Тверь в пятницу стала столицей молодежного баскетбола. В столице Верхневолжья прошел финал всероссийского чемпионата «Локо-баскет. Школьная лига». За победу боролись 42 коллектива со всей страны. Этот турнир проводится при поддержке российских железных дорог, команды «Локомотив Кубань», федеральных министерств спорта и просвещения, а также Российской Федерации баскетбола. В соревнованиях принимают участие более 250 тысяч мальчиков и девочек из числа учащихся 7-9 классов общеобразовательных школ. В этом году столицей чемпионата стала Тверь. К нам приехали по 21 команде юношей и девушек. Причем в финал среди представительниц прекрасного пола вышли тверичанки, которые, правда, уступили сверстницам из Челябинска со счетом 59-84. Школьная лига является одной из самых крупнейших лиг. Участвует практически все регионы. Вот, мы ведем речь о расширении. Расширение количества участников. Поэтому это крупнейшее соревнование и проходит на самом высоком уровне.